Салют, ребята, вы на канале Energy Gaming 2, меня зовут Игорь. И продолжаем играть, получается, в игрушку, как она называется, я не помню. В общем, про симулятор, что-то там сборщика компьютера. Ладно, я посмотрел, что, в принципе, особого ажиотажа на стриме не было по данной игрушке. Может быть, это связано с тем, что я стримил в невероятную срань, либо еще какой-то причине. Но игра, в общем-то, вроде как вызвала интерес моих подписчиков. И поэтому я решил проходить ее дальше, но записывать уже короткие ролики в пределах 30 минут. И все, и будем так проходить. Если вам интересна тематика симуляторов, то я буду их искать. Помимо данной игрушки симулятора Евротрека, мы можем еще что-то поискать и поиграть. Так что пишите желаемое, может быть, сами задайте, какую хотите игру посмотреть. И будем работать, будем снимать. Так. Ой, у нас получается это все злополучно осталось. Ну, с ним у меня, по-моему, в принципе, кроме как замены видеокарты, ничего другого я не вижу. Просто надо поставить, наверное, лучшую видеокарту, и все. Я просто не знаю, что еще. Здесь у нас объем, увеличить объем жесткого диска. В принципе, я не знаю. Либо гиг добавить, то бишь 1 терабайт, там 500 есть. Получается, мне нужно увеличить до 1500. Там 500 гигабайт стоит. То бишь, мне еще 1000 поставить, и должно, по сути, этого хватить. Так, давай попробуем. Потому что я смотрел, там есть только 1500 и 2000. 1500 у нас нету, получается. Поэтому можно только добавить еще одну на 1000, чтобы было гармонично. Так, этот пока оставляем, здесь пока тоже. В общем, еще, кстати, посмотрел в интернете, полазил. Например, очисткой вирусов можем заниматься через свой комп. Можем вот этот системник убирать в коридор свой и ставить сюда, допустим, для простых задач и чистить вирусы именно непосредственно с нашего рабочего компьютера. Так. Давай сразу снимем крышку. Хотя нам вообще задняя нужна, но переднюю тоже надо снимать, потому что она тоже нам нужна будет. Здесь кабеля подцепить, с этой стороны, по-моему, надо будет. Я не знаю, с другой стороны, кстати, мы сможем подцепить, нет. Также посмотрел еще, что здесь есть все-таки какая-никакая, ну такая прокачка. Давайте подключим. Эть. Прокачку нужно, ну не прокачка, а улучшение и ускорение нашей работоспособности. Она в следующем заключается: мы заходим в магазин, и здесь вот инструменты, да, допустим. И вот получается автоподключение. При включении ПК кабели подключаются автоматически. Очень полезная штука. Я пока придержу, ну в ближайшее время я хочу ее купить. Сейчас мы хотя бы до 2К доведем бакинов. И потом уже у нас, когда будет 2000, можно будет уже и прокачаться, и все. И здесь куча всякой разной, там, быстро кабель, в общем, быстрая вертка какая-то. Ну, это понятное дело, чтобы быстрее откручивать. В общем, очень много тут разного всего. Информация о системе, информация о производительности системы, тоже хорошая штука. ПУ запчасти по сниженным ценам, я думаю, тоже, в принципе, хорошая штучка. Можно там, можно в будущем будем собирать компы и какие-то будем покупать именно там. Все-таки надо искать выгоду для себя. И рейтинг комплектующих. Сравнение производительности ЦП и видеокарты. Тоже хорошая штука, я думаю, но пока я ее про это еще не буду. Много тут еще закрыто, потому что у нас уровень дерьмовый, мы еще лошара полнейшая. Ладно, так, хранители данных. О, да, получается, они у нас есть 500, 1000 и 2 гигабайта, да, 2000. Здесь даже уже выше, ниже и так далее. Ну, нам интересен только вот это. Давайте купим на 1000. В принципе, я так зря сегодня мурыжусь. Так, подожди, а я их не... Я случаем их не купил. Сейчас я выйду, посмотрю. Нет, нету. А то мало ли что, блин, я сейчас закажу, блин, а у меня уже есть. Так, в корзине давай сразу... Оп. Что, по почтам у нас ничего старого нету? Все, ну ладно. Получается, здесь у нас, в принципе, пока все. Тогда панель мы поставим на место. В общем, зачем я его разобрал, все равно у нас сегодня ставить нечего. Половину работы туда все делаю. Ну, подключение кабелей моментально я хочу прям поставить, потому что, ну, это реально полезная штука. Вот, в принципе, также почитал еще, что пишут, что, ну, не спешите продавать БУ детали, потому что они могут пригодиться. Я все пытаюсь багрить там за ни о чём цену, и это неправильно. Так, здесь у нас надо будет заказать новую видеокарту, здесь у нас получается
прокачать эту карту, добавить. В общем, у нас все в основном связано с тем, что нужно прокачать, купить. Ладно. С этой бедой мы разберемся уже в последнюю очередь. Давай посмотрим, что здесь нам надо. В общем, нам, походу, еще придется купить пару видеокарт и оперативной памяти. Ну-ка, что? Прокачать эту видеокарту. В общем, нам нужно посмотреть, что за видеокарта, что она вообще себе представляет, и купить лучше. И добавить оперативы. 4 гигабайта. Ладно, поехали. Потихонечку, помаленечку. Так, оператив у нас Титан получается. 4 гигабайта. Так, а видяшка у нас получается GeForce GTX 1050 Ti. Enforce. 4 гигабайта. Так, ну давай сначала пока разберусь с оперативой 4 гигабайта. Титан, что там у нас? Титан 2133. Побуду все поделать пошагово, потому что иначе могу что-нибудь запутаться, и лучше я буду не спешить. Вот они, Титан. Они, в принципе, здесь... Оп, покупаем. Так, сразу. Вот так. Теперь с видеокартой. Теперь с видеокартой. Давай сразу ее отцепим, все равно ее снимать надо. Стоп. Блин. Ладно, потом. Главное не забыть на место поставить. Давай лучше сразу. Так, стой. Это я рано. Все, видеокарту мы отцепили. Получается, что у нас там за видюха? Давай посмотрим. Частота ядра. Так, получается 4 гигабайта, GeForce, частота ядра 1468, частота памяти 1752. Ну, давай что-то сравнивать с этим. Так, это слабее. Ну вот она. Пани, подожди, это другая. Так, подожди. Вот она моя, которая стояла, да? 68. И что мы можем ему предложить? 200 нет, 300 нет. Блин, что-то они слабенькие везде. Если я, конечно, я, может быть, не шарю. Слабенькие, слабенькие. В общем, у нас, по-моему, наверху, да, здесь идет уже послабее. 500, ну да, получается, выше есть 500. Это получается, что у нас на 2 гигабайта. Ну, показатели хорошие, но 2 гигабайта всего. Этого мало. Здесь у нас вот где-то есть, по-моему, на самом верху. Вот, получается, частота 500. Но это тоже 2 гигабайта, блин. И получается, есть вот это вот еще, да? GeForce, она получше будет. Не сильно, но получше. Я вот не знаю. Ну, давай посмотрим полностью все. Так. Ну, здесь уже все, здесь уже идет такой утиль. Простенький. Бюджетные варианты, я так сказал. Как бы не утиль, но не бюджет. А ему надо апгрейдить. 2 гига, блин. Ну, что у нас получается? Тогда единственный вариант, что я могу себе поставить помощнее, это вот получается вот это вот. GeForce GTX 50 Ti FTV Gaming. Давай попробуем, не знаю. Надеюсь, не прогадаю. Так, что с тобой еще? И запустить. Ну, это, в принципе, все. Тогда давай, батька, тоже иди отсюда. Ты будешь ждать следующего дня. И у нас этот. Получается, все у нас сегодня зациклено на следующий день. Сейчас мы еще эту видеокарту посмотрим, какая здесь. Слушай, а может быть мы даже посмотрим сейчас, ну, просто ради эксперимента, чистоты эксперимента, мы сейчас поставим ту видеокарту, которую я стыбзил у того. Кстати, прикольно, что не надо возвращать, да, получается, мы их забираем предметы и не паримся. Сейчас посравним, что за видеокарта здесь. Так, здесь у нас Radeon RDX. Ну, она сама по себе по показателям похуже. То бишь, та видеокарта, она определенно лучше. Давай сейчас ее снимем. Так, плашечку убрать.
плашечку убираем. Болты откручиваем. Ее карту снимаем. Так, и... вот она Родион, вот она вот эта вот, ну-ка. Ага, так, подожди. Надо еще одну панельку снять. Но там ведь нужна... Ну там, кстати, как раз у нас GeForce GTX, как раз что-то типа того и надо. Давай как раз мы чисто проверим. Чисто я хочу проэкспериментировать. Если сработает, это вообще хорошо, мы прям угадаем. Главное, чтобы теперь там у меня тоже все сработало, что я поставлю немножко лучше камеру, ой, видеокарту, и все сработает, потому что, ну, реально... Так, питание дополнительное. Потому что реально, как бы, там такие незначительные цифры, я не знаю, неужели это будет считаться за... Смотри, реально, все работает. Она считается, ребята. Я еще даже комп не включил, уже считается. Ну, давай все-таки проверим. Обалдеть. Блин, теперь главное, чтобы с тем компом тоже все получилось. И замечательно тогда мы этому БУ карту вставим. А что, она рабочая, она не сломана. Проблем не вижу никаких. Так, ну-ка. Минимальный есть. Все? Все вообще замечательно. Теперь дядька молит, чтобы у того все работало нормально. Все подошло на следующий день, и все было хорошо. Так, давай пока тебя поставим. Ну и в принципе все. Получается, на следующий день нужно ждать... Так, видеокарту ты ему заказал, да? Оперативку заказал. Жесткий диск заказал. Это мы сделали, теперь только осталось, чтобы вот этому поставить, все правильно. И тогда можно будет ему отдавать комп. Все, тушим свет. Сушим весла и валим домой. Блин, как тут вообще не запутаться? Ну, хоть бы фонарик включал. Завершить день, да? Приступить к работе. Сразу включаем светильники. Компьютер пока повременим. Так, что у нас пришло? Оперативочка. Блин, главное, чтобы эта оперативка встала. Стой. Жесткий диск. Почему у меня две оперативки? Я что, две что ли заказал? Так, что-то я не понял, причем две одинаковые. Походу, я уже заказывал, еще раз заказал. Круто. Ну ладно, две будут пригодиться потом. Куда-нибудь пихнем, ничего страшного. Деньги есть, поэтому особо не паримся. И видеокарта. Все. И давай начнем. Так, значит, с тобой ничего пока. Давай с тебя начнем. Ты у нас такой самый объемный по работе на сегодня. Давай с тебя мы и начнем. Так, ну что, видеокарту. Самое главное. Опачки. Раз, два. Что-то как-то ничего не изменилось, правда. Вот это меня, если честно, удручает. Неужели неправильно? Так, ладно, оперативу давай добавим. Блин. Так, ну все, чтобы в какую-то точно попасть, а то не помажу, не попаду еще. Да ладно. Давай эту извлекем. Не, подожди. Да, не получается. Ладно, давай тогда. Удаляем. 4 гигабайта. Так, с этим разобрались. Блин, а видеокарта, слушай, не подходит, что ли? Серьезно? Так, подожди, возможно, нужно просто подключить еще, не? Блин, неужели моя теория провалилась? Ладно, тихо, Игорь, без паники, пока еще рано тут. Есть! Все! Работает, сучка! Все отлично. Затащили комп. И тот комп сразу отобьем. Блин, офигенно, просто офигенно, мне нравится. Отработано просто классно. Так. Все, сейчас получается, прогоняем ПК и все. Можно, в принципе, сразу его собрать. Так, крышечку тебе ставим. Винтики за винтики. И... куда? Поставь его, подожди. Так, кнопку запуска. Блин, я же отцепился, ё-моё. Ай. Вот реально не хватает. Это надо будет сейчас, я не знаю, прям разориться и купить реально, может быть. Отобьем эти заказы, посмотрим, что у нас будет по деньгам. И, может быть, это купим все-таки, в общем. А то я пока дождусь эти 2000. Ну, реально, эти провода меня уже бесят. Пуньк. Все, пошла мазута. Давай его сейчас пробью.
Ну, вы сами видите, да, что на экране? Оборудование программное обеспечение установлено будет исправно, и отключите и удалите все недавно установленные программы или оборудование. Блин, офигеть! Да ну тебя брось, ты чё? Ну давай попробуем перезагрузить. Офигенно, чё это? Ну, скорее всего, навряд ли исправится, блин. Обосрался просто вообще. Наш себе. Так, и что-то у нас получается идет, не пошло не так. Это либо оператива, либо видюха, блин. Так, подожди-ка. Ну, оператива-то что будет? Скорее всего, видеокарта что-то троит. Что оператива-то будет, да? Ёк-макарёк. Так, кабеля я все подключил, да? Ё-моё. Вот это, блин, да. Вот это, конечно, за пара сейчас. Блин. А чё не так-то? Чё не нравится? Я не понял сейчас немножко, а в чём, собственно, проблема-то может быть? Но эта видеокарта, это с того компа, она хуже. Вообще чистота ни о чем. Я в шоке. У меня сейчас вот это просто вывело из колеи. Давай попробуем, попробуй подуть. По-любому поможет, надо там на этот разъемчик подуть, и все заработает. Да, всегда работало так. Это самый лучший вариант, еще. Тогда еще раз попробуем, блин. Давай ты будешь работать, окей? Твоей дивизии. Что тут, какие есть варианты решения? Если проблема будет исправлена, выключите, удалите достаточно нового обеспечения и оборудования, правильно установленного в случае нового установки, необходимо обновление производителя оборудования или программного обеспечения. Прикольно. Блин! Ха-ха! Обалдеть вообще! Так. Ну, давай попробуем чисто, опять же, ради эксперимента поставим другую видеокарту, которая слабенькая. Так, выключись нафиг. Блин, офигеть. Серьезно, что ли, даже так? Счастье. Ну ладно, допустим, давай устанавливаем БУ. Так. Кабеля, тут уже дополнительного питания никакого нет, да? Они типа считают это прокачкой? Ты бишь, я поставил сюда хуже видеокарту, и мне считается выполнен. Блин, давай ты заработаешь, а комп? Я без проблем, чё? Без лоха, жить труда, как говорится. Ты прикинь? И это считается? Да ну! Серьезно, вот эта халтура считается за работу выполненную? Я в шоке. Я поставил туда говно, и это считается за... Блин, да это же... Ну ладно. Так, мне надо... Флешка. Это вообще, я в шоке. Почему можем обманывать? Прикол, это... А потом, типа, он с кулаками яростями в мою рожу не прибежит. Да, типа, это... Че мне достало? Какого хрена, блин? Че за параша? Я в шоке. Серьезно. Так, 3D-марк. Блин, я ему купил лучшую видеокарту, поставил, ее комп не воспринимает. Блин, а ведь реально такое может быть, да, получается? Ты можешь купить видеокарту, и вот такая вот помойка может случиться, да? Блин, так-то это хреново, блин. Прикинь, ты так вот потратился, купил хорошую видеокарту, поставил, и тебе такое... Фигу в лицо. Ну,
Сейчас, мне кажется, на тестах изогнется. Ну, в принципе, уже что, нам нужно прогнать 3D-марком. Может быть, тогда у него появится, типа, прокачка этой видеокарты, типа, ну, некорректно. Ладно, пусть разбирается. Что у нас получается еще есть по работе? Увеличить объем. Ну, к сожалению, я пока не могу увеличить объем. Места нет. Да. Беда, блин. Беда, беда, бедовая. Что у нас вообще тут есть? Новых заказов нет никаких, да? Так, здесь у нас сейчас выполнится. Здесь, в принципе, корпус собран не до конца. Опачки. Сейчас проверим, что я там не дособрал. Странно. Все, других заказов у нас... Ничего, он там еще не прогнал. Долго. Все, наконец-то комп закончил свою диагностику. И что он нам тут выдал? Ну, не знаю. По мне, по-моему, показатели какашка. Ну, и что? Что нам тут? Каков диагноз? Все? Ну, ладно. Никаких возмущений. Ничего, все нормально. Ставим крышку тогда и отдаем его, коль так пойдет. Меня это, в принципе, вполне устраивает. Еще у меня одна новая видеокарта теперь есть. Потом кому-нибудь ее пиханем. Оставить у двери, все. Пошли. Ой, на выход. Сейчас только с этим вторым разберусь, что у меня там, почему. Что у меня там недособрано. Я понял. Косичело. И, кстати, я, по-моему, там ему крышечку сзади не впаял, да? Вот здесь вот одна панель. Там-то теперь видеокарта хуже стоит. Сейчас, наверное, тоже скажу, типа, до конца не собран, да, что-нибудь такое. Так, тебе давай... Так, стой. Вот тебе давай на рабочее место. Сейчас мы тобой займемся, родной ты мой. Ну, маленький. Так, здесь что у нас? Да, в смысле? В смысле корпус не собран до конца? Вы что? Можно запускать. О, все, принять оплату. Здесь есть. А здесь что? Что там у тебя опять, блин? Какой геморный компьютер, а? Я серьезно, блин. Ты меня уже, если честно, начинаешь раздражать. Братиш. Ты слишком для меня какой-то трудоемкий становишься. Что у тебя там где опять? Все понял. Я увидел. Все, сейчас поставим. Забыли. Все. Установить. Есть что-нибудь еще? Это все, это уже не идет. Все, уходим. Теперь точно все. Блин. Будь оно неладно. Так, сразу отбиваем заказ. Все, можно запускать. Все, блин, нафиг отсюда. И что у нас получается? Здесь это мы еще не выполнили. Ого. Новую работу мне накидали. Так, здесь выбрасываем, здесь пока работаем, здесь все. Ладно, остальные пока смотреть не будем, нам надо с этим еще разобраться. Здесь у нас получается, в принципе, вроде просто нужно увеличить объем жесткого диска. Я принял решение это дело сделать, просто добавив еще один, 1000 гигабайт или 1 терабайт. Здесь пятикаточка стоит. Добавляем 1000. Установить. Так. Хранение данных. Шмяк. Кабелюки. Втыкаем. Стой. Раз, есть. Питание есть. Все. Пусть такого дела. Крышки сразу на место ставим. Я думаю, тут никаких проблем быть уже не может. Хотя, блин, знаете... Я уже ни в чем не уверен. Сейчас опять тоже какая-то ошибка вылезет, и все, и сиди полчаса соображай, откуда и куда. Блин, вот у меня сейчас дилемма. То ли мне купить второй стол,
то ли мне купить апгрейды. Даже не знаю. Ну, блин, на второй стол как бы нужен и апгрейды. Хотя, блин, наверное, все-таки второй стол будет предпочтительнее. Все, работает. Вали отсюда. Текушки. И все, да? Принять оплату. Угу. Выбросить. Что у нас здесь? Мы добавили следующий комплектующий. Ваш каталог. Razer и Radeon. Спасибо. Ремонтом компьютера занимаетесь? Деньги не проблема. Можете поставить, что там надо. Все игры... Я смотрю, в эту игру прям все хотят поиграть. Я просто смотрю... Опять с этой же темой. Так, можно поиграть. Минимальные системные требования. Запуск вечера должен быть сделан. Оу, нифига, у нас тут еще и определенное количество времени, да? Ничего себе. Срочный заказ, то бишь, надо будет с ним заняться в первую очередь. Вечер 25-го, а сегодня какое там у них число? Тогда полностью посчитаем. Выбирать минимальные системные требования. Нет. Можно запустить. Вдруг он греется или еще что получится все сделать. К 25-му 13 дней числу. То есть получается можно, чтобы просто по минимальным системным требованиям подходило, да, я так понимаю. Ну окей. Без проблем. Сделаем. Ну а сделаем, в принципе, времени 13 дней. Думаю, с 13 дней мы успеем расковыряться. Так, новая видеокарта. В процессе здесь еще. Как дела? Сможете как-нибудь ускорить ПК? Сможете поменять мои комплектующие? Там видеокарта на что-то получше. Сможете поставить 8 гигабайт оперативки? Прогоните потом бенчмарком. Вдруг что-то не так. Что-то, блин, как бы оплата-то объема работы не стоит, мне кажется. Прокачать вот эту видеокарту. Блин, а информации по видеокарте у нас нет, да? Добавить, блин, грубо говоря, 160 где-то, 65. У нас одна видеокарта, в принципе, есть. Давай примем, в принципе, если что, ему новую видеокарту поставим, которую мы купили. Привет, Далинка, знаю, что всем скоро исполнится 15 лет. Культовому фильму «Милашки с планеты Батимур». Вроде бы самое время сделать ремастер в 4К, но нет, они даже DVD не перевыпустили. А за него, между прочим, коллекционеры драться готовы. Ну, видно, деньги людям не нужны. DVD-версия тоже были свои недостатки. Картинка нечеткая по сравнению с реализмом в LD. И они зачем-то запихнули легендарную... Слушай, чувак, давай к теме, удалить вирусы. Зачем? Зачем столько информации, чтобы просто удалить вирусы? Чувак, блин. Короче, сайты, не знаю, где фильмы качать. Блин, я в шоке. Такую мне тут петицию написал, чтобы вирусы удалить. Ладно. Что у нас получается? Нам нужно заказать, получается, сразу можем заказать, добавить 8... Просто, в принципе, покупаем плашечку на 8 гигабайт и видеокарту. Видеокарта у нас пока есть здесь. Здесь, получается, нужно будет смотреть, потому что не знаю, не ясно, что там вообще и как. Что там почем, потому что здесь надо будет еще минимальные требования, там надо смотреть, какие там видеокарты и тому подобное. И вообще, насколько там плох комп, и вирусы. Получается, пока я покупаю только оперативку сразу на завтра. Так, ну 8 гигов, вот, 60 баксов, да? Да, давай сразу берем. Готово. Включаем. Свет вырубаем. И, ребята, на сегодня я с вами прощаюсь. Ставьте лайки, пишите комментарии, отзывы, подсказки. И, опять же, рекомендуйте мне какие-то симуляторы. Мы обязательно их посмотрим. Если понравится вам и мне, пройдем. Всем удачи и пока. Играть только в хорошие игры.